предприятие «Газпром Добыча Оренбург» сообщает о реализации имущества объектов зернохранилища, расположенных в поселке Приуральский Оренбургского района. Телефон 731-474. Продается четырехкомнатная квартира в двухквартирном доме с участком 17 соток в Оренбурге по улице Мирнинской, 15. Телефон 20-19-80. Продается магазин площадью 200 квадратных метров. Звонить 8-987-772-0304. Узаконивание самовольных домов, строений, пристроев, перепланировок, оформление земельных участков, наследство, перевод в нежилое, телефон 60-12-91. Продаются ноутбуки с гарантией от 5000 рублей, телефон 28-60-72. Большой выбор школьных костюмов всех размеров для мальчиков. «Премьер», ТРЦ «Север», первый этаж, напротив «Спортмастера», телефон 27-78-02. Ремонт стиральных машин, запчасти, телефон 60-60-80. Обучение охранников, школа охраны «Долг-2», телефон 58-27-25. Утеряны документы на имя Шаповаловой. Просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 97-87-45. Сельхозпредприятию села Благословенка Оренбургского района требуются комбайнеры на новый комбайн «Вектор 410», «Дон 1500». Водители КАМАЗа с прицепом. Опыт работы от 4 лет. Зарплата до 50 тысяч рублей. Обращаться по телефонам 8-903-360-11-51, 8-922-625-30-37. Требуется грузчик на оптовый склад. Телефон 35-42-06. В торговый дом «Урал-Декор» требуется менеджер по продажам. Телефон 26-56-12. Требуется мастер-полировщик камня. Возможно обучение. Зарплата от 30 тысяч рублей. Телефон 22-00-26. Требуется посудница-уборщица. Звонить 97-53-80. В компанию «Висла» требуются грузчики-комплектовщики. Обращаться Оренбург, село Ивановка, улица Производственная, 16. Телефон 8-986-78-50-378. Требуется менеджер по продажам. Звонить 8-922-854-74-02. Требуется рабочий на керамзитоблоке, южный, телефон 922-106. В экстрим-парк требуется помощник повара, санкнижка обязательно, имеется развозка, телефон 25-15-15. Требуются водители автобуса на маршрут номер 26, звонить 90-77-52. Требуются повара, пекари, телефон 90-84-60. Требуются сварщики на металлоконструкции, телефон 59-33-44. Требуются водители автобуса на маршрут номер 45, звонить 90-73-36. Требуется уборщица, телефон 960-559. Требуются штукатуры, каменщики, отделочники, вахта. Телефоны 8-925-462-82-48, 8-968-401-84-47. Требуется продавец мяса. Звонить строго после 20 часов по телефону 27-89-19. Требуются расклейщики, 600 рублей в день, телефон 23-13-28. Требуется водитель на городской маршрут и автослесарь по ремонту ПАЗ, телефон 59-57-98. Вахта, Север, Москва. Требуются охранники, звонить 8-919-863-59-15.
требуются грузчики, разнорабочие, телефоны 97-23-39, 8-987-899-79-88. Требуются дворники. Телефон 8-932-532-57-82. Требуется слесарь-сантехник. Звонить 8-986-798-28-33. В швейный цех требуется закройщик-универсал с опытом работы от 3 лет, полный соцпакет, официальное трудоустройство, зарплата сдельная, промышленный район, завод РТИ, телефон 26-28-67. Требуются автомойщики, телефон 28-65-75. Требуются фасовщики, звонить 202-803. Требуется электромонтер, телефон 72-11-33. Требуется главный бухгалтер, знание 1С, версия 8.3, кадры и зарплата, знание налогового кодекса. Зарплата от 30 тысяч рублей. Обращаться 24-30-54 или 22-00-13. Подработка на лето, офис 21 тысяча рублей, телефон 60-41-06. Требуются лицензированные охранники, телефон 23-28-44. Требуется водитель категории CE. Звонить 92-72-88. Требуются автомойщики. Телефон 56-07-37. Требуются лицензированные охранники. Телефон 31-28-02. Требуется продавец в продовольственный магазин «Степном». Звонить 45-34-69. Зам руководителя 40 тысяч рублей, бухгалтер 32 тысячи рублей, телефон 69-54-01. Юрист на договоры 27 тысяч рублей, звонить 46-36-10. Офисный администратор 23 тысячи рублей, документовед 25 тысяч рублей, телефон 23-29-20. Завхоз 37 тысяч рублей. Администратор 24 тысячи рублей. Звонить 46-68-97. Классический офисный сотрудник до 25 тысяч рублей. Телефон 51-47-73. Помощник руководителя 31 тысяча рублей. Медконсультант 28 тысяч рублей. Телефон 45-50-86. Смотрите программу «Видеоблокнот» на сайте media56.ru.